Мой прогноз на, наверное, центральный матч испанской Ла Лиги. Атлетико играет против Атлетика. Две интересные команды. И мой прогноз на данную встречу 1x Атлетико. То, что Атлетика не проиграет. Плюс обе забьют. И цены на данное событие 2.21. И начну я пояснение с того, почему Атлетико на своем поле не должен проигрывать. Я сразу скажу, что не стоит здесь брать все-таки победу Атлетико, на мой взгляд, потому что отчасти мотивация у команды не будет очень большой, потому что команда все-таки уже не поднимется ни выше, не опустится ниже третьего места. Атлетико завершает чемпионат на третьем месте. И важно понимать, что у Атлетика, да, который приезжает в гости, он очень будет мотивирован. Будет очень сильно мотивирован Атлетик, потому что идет большая борьба за место Лиги Европы. И при некоторых обстоятельствах, если Атлетик проиграет, он, возможно, лишится этого места, потому что сейчас все находится на грани. Атлетик находится на шестом месте, который как раз таки дает право, чтобы попасть в Лигу Европы. Но, однако, в спину дышат команды, которые вправе в последнем туре обойти Атлетик. Нужно понимать, что все-таки не стоит также и брать победу Атлетика. Почему я взял вот именно 1x на Атлетика? Ну, я знаю, что не будет Атлетика здесь сдавать игру. Потому что, во-первых, это последний тур чемпионата. Свое поле перед своими болельщиками. Атлетика просто не позволит себе сыграть расслабленно как-то. Плюс, зная Симеона, он всегда строго относится к каждому матчу и не дает футболистам расслабиться. Ну и главная причина – это то, что данная встреча – это последняя встреча на этом стадионе у Атлетико, потому что сейчас у команды строится новый стадион, и в следующем году команда будет играть уже на новом стадионе, поэтому это последняя заключительная игра на этом стадионе у Атлетико, и, безусловно, конечно, команда будет стараться победить на нем. Но все же не решился я брать здесь P1, однако 1x, ну уж не верю я, что в последней игре на своем стадионе команда здесь проиграет. А почему обе забьют должно проходить? С одной стороны, мы можем увидеть, что, в принципе, Атлетика мало пропускает на своем поле, команда умеет грамотно играть в защите. Ну, хотя вот, например, недавно играли против Реала, хоть играли на Сантьяго Бернабеу первый матч, однако 3 мяча пропустили. Но тем не менее, на своем поле Атлетика пропускает немного. В то же самое время можно сказать, что Атлетик в гостях тоже не сказать, что здорово играет. Атлетик это полностью домашняя команда. И, кстати, поэтому тоже я решился взять здесь брать 1x. Какую бы мотивацию у Атлетика не было, все-таки Атлетик это домашняя команда, в гостях команда играет не очень здорово. Вот, но тем не менее, почему я решил взять обе забьют? Во-первых, конечно, мотивация Атлетика победить, будут нестись вперед, это с одной стороны хорошо и для гола Атлетика, потому что Атлетик будет раскрываться. С другой стороны, стоит отметить, что, конечно, до последнего будет Атлетик стараться забить. И еще важный, очень важный аргумент в пользу обе забьют, это кадровые потери у Атлетика. Если в нападении все в порядке, в принципе, то в защите как раз из-за дисквалификации пропускает огромное количество футболистов. Причем именно основных футболистов это Годин, Хименес, Филипп Луис. То есть это, конечно, сыграет роль и поможет Атлетику забить. Поэтому моя ставка на этот матч 1x Атлетика плюс обе забьют. Коэффициент 2.21, мне кажется, очень хороший на данное событие. Кому понравился прогноз, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В комментарии высказывайте свое мнение по поводу того, как завершится эта встреча. Ну и, конечно, не забывайте переходить в мой паблик ВКонтакте. Там, как я уже много раз вам говорил, я выкладываю порой прогнозы, которые не появляются на моем YouTube-канале. Всем успехов!